Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на берегу Средиземного моря, в самом сердце, в самом центре Алании. Надеюсь, что вы соскучились по нам так же, как и мы по вам. Прошел всего один день, а мы вновь хотим порадовать вас новыми обзорами на интересные объекты. И сегодня целых два претендента на это звание. Мы находимся в комплексе, построенном в 2014 году, расположившемся в самом центре солнечной Алании, в 10 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Клеопатры, а также с высокой социально-городской инфраструктурой, представленной в виде рыбного рынка, супермаркетов, кафе, ресторанов. В общем, в этом районе вам точно не будет скучно. Ну а кому будет слишком весело, недалеко от комплекса расположен полицейский участок. Сейчас мы находимся с вами во второй квартире того комплекса, о котором мы сегодня рассказываем вам с Максимом. Попадая в небольшую прихожую, хотелось бы обратить ваше внимание на компактный вместительный шкаф, зеркало во весь рост с LED-подсветкой, в которой вы можете любоваться как днем, так и ночью. А эти маленькие экранчики в стене говорят нам о том, что во всей квартире теплые полы. Квартира у нас в планировке 1+1, 45 квадратных метров. Квартира у нас компактная, но очень уютная. Состоит из отдельной комнаты, спальни, санузла и кухни, совмещенной с гостиной. Квартира у нас от собственника, соответственно, все, что здесь находится, достанется вам. Поговорим немного о гостиной. Гостиная вместила в себя большой и угловой диван, который раскладывается и может служить отдельным спальным местом. Также телевизор и выход на балкон с видом на горы. Сейчас мы с вами рассмотрим спальню. Спальня у нас включает в себя большую двухспальную кровать, огромный вместительный шкаф, можно его даже назвать гардеробный, прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер. Это может стать вашим райским уголком на побережье Средиземного моря в самом центре города Алания. На территории комплекса вас ждут летние и зимние бассейны, турецкий хамам, сауны, римская парная, тренажерный зал, детская комната, игровая зона, кинотеатр, боулинг, круглосуточная охрана, спа-зона с джакузи и многое другое. Данное предложение – это прекрасный вариант как для отдыха, так и для постоянного проживания, а также для сдачи вашей квартиры в аренду. Квартира в комплексе такого класса и расположения всегда будет востребована на аренду. Ну что ж, друзья, и напоследок мы вам напомним, что квартиру, которую освещала Екатерина, можно найти на сайте под номером 7081. А квартиру, которую освещал Максим, 6934. А также заходите на наш сайт rusproperty.ru. У нас самая большая база недвижимости специально для вас. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы посмотрели наши видео. Надеемся, что они вам очень понравились. Ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте про колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, друзья. До скорого! До скорого!